Интер бьется за место в Лиге чемпионов. Третья позиция. В данный момент Данилу Домброзио, 6-й Стефан Деврей, 37-й Милан Шкринер, 18-й Квадво Асео Политано и 9-й Мауро Икарди. Лучано Спалетти в матчах против Аякса. Многие считают, что это стало одним из факторов неудачи Ювентуса в Лиге чемпионов. Но как только Киеллини восстановился, естественно, он человек в национальном чемпионате и высокие шансы на попадание в Лигу чемпионов. Очень солидные деньги. Подача Квадрадо. Канданович подсказывает судья. Естественно, Ювентус рассчитывал на то, что команда пройдет дальше в Лиге чемпионов. Моментально совершает движение к чужой штрафной площади. Но здесь удар поворотом опаснейший. Летит мяч выше. После этой попытки Федерико Бернардески. На этот раз Бануччи выбивает мяч на Энголан. Удар какой! И что это гол? 1-0. Интер выходит вперед уже на 7-й минуте. Потрясающий по силе и точности удар наносит Раджан Энголан. 1-0. Ничего не может сделать польский вратарь Войцех Щенстный, но я думаю, что каждый повторно с вами будет убеждать в том, что в принципе он и не мог. Посмотрите, как поймал мяч на ногу Раджана Энголан, хотя ясно на повторе, что добрался до мяча Войцех Щенстный, подставил руку, то есть, в общем-то, шанс выручить свою команду у него был. Но так закрутил мяч Раджана Энголан. Адаптироваться Тандро очень быстрый крайний защитник. И в итоге, смотрите, моментально видно Роналдо. От ноги игрока Интера. Лучано Спалетти отметил специалист, что Брозович помогает Интеру очень здорово двигать мяч. И когда Брозович на поле, выходить из обороны в атаку намного проще. Был в штрафной площади. Пробить не дали. Брозович. И что? Свисток арбитра. Пробил Брозович издали. Попал в штангу. Но это не имеет принципиального значения, потому что встречу Ан, представляя Рому, не видел себя в составе туринского клуба. Угловой. Передача Квадва Самоа. Офсайду Перешича нет. Оступился Жоао Канцелу. И Лука Банти главный. Бануччи мяч перехватил. Удар поворотом нанес. И первое попадание в створ уже на тучи. Сегодня состав. Я думаю, что если бы эта игра имела конкретное значение для Ювентуса, вообще таким же мог быть состав, учитывая просто большую группу травмированных игроков. Но пока пауза в игре, будут оказывать Бануччи. Заброс штрафную. Могло быть интересно. Ну а с чего вдруг поклонникам Интера любить Леонардо Бануччи? А минута 1-0. Интер выходит вперед. Положение вне игры у Федерико Бернардески фиксирует второй помощник Луки Банти. Матео Политано. Передача штрафную. Был река положений. Борется за мяч самоотверженно Канцело. Ушел от Брозовича и пробился. Канцело тоже посвистывают. Казалось, что когда он из Валенсии пришел в Интер. В общем, команда действует. Коллектив Массимилиано Аллегри. Вот и Александро. Причем очень жестко сыграл против игрока Интера, который явно уже с мячом расставался, но потом врезался в него бразильский защитник ЮМ Александр. Шесть игроков Йенса вбегают в штрафную. А играет М. Перешич. Удар из-за пределов штрафной. Его один адресат. И вот как раз на него шла передача. Это был Иван Перешич и Киеллини. Вот Александро. И не он нарушил правила, а его партнер Жан. Ее делает Киеллини. Вот здесь вот мяч подбирает. И справедливо не бьет. Сразу два гола красавцы ударами из-за пределы штрафной площади мы могли бы увидеть в первые 10 минут матча Интер-Ювентус, если бы живая. Потому что, в принципе, не закрывается ни Интер, который в начале. А теперь это делает Ювентус. Но это, я имею в виду, владеет мячом поделиться с Матео Политано. И тот с левой ноги заброс. По-моему, было касание. Так что еще один угловой Интера должен быть назначен. Аплодирует партнер. Криштиану Роналду удар поворотом из-за предела штрафной. В общем, напомню, да, с чего начиналась эта встреча, когда на 35-й секунд сделал передачу Джан. Но здесь Политано вступает в отбор. И тут уже кто сможет убедить арбитра, тут и победит. Потому что Александров в определенный момент тоже устранился от борьбы. Он был уверен, что сегодняшняя игра не окажется такой.
Угловой вполне может быть. Подача. На ближний угол площади ворот мяч летит. Роналду сыграл. На Энголан снова. Либо правый защитник, либо правый полузащитник, либо слева играет. Но тоже не в центре. Удар наносит Манара. Естественно, тоже сегодня на стадионе. Удар еще один. И Карди наносит. И дальше где мяч? Подача. На этот раз мяч летит в штрафную площадь Интера. И здесь блеск Матуиди. По мнению Луки Банти, нарушает правила в атаке. Штрафной, когда подавал Пьянич. Но теперь происходит то же самое. Пьянич на дальний угол. Но в матчах против Кальяри, Спала, ну вообще в последние месяцы против РФ освободил Перешич, сам сместившийся центральный круг. Ну и Ювентус действительно каким-то растерянно выглядит в эти моменты, потому что вот сейчас покажет нам повтор. Обратите внимание, кажется, Стефан Дефре. Икарди. Пас снизу в штрафную. Добежал Канцле. Политано. Опасный момент. Удар по воротам. Рикошет. И... Джан. Ударили его по ноге. И Лука Банти. Такая команда, как Эмполи, имеет аж на 6 голов больше, чем у команды Лучано Спалетти. Но при этом где Интер, а где Эмполи. 30 секунд команды переиграли. 1-0. Интер за счет гола Раджина Энголада, забитого. Тура итальянского чемпионата в Милане на Джузеппе Миацца. Интер против их, против двух у конкурента. Интер больше владел мячом. 50. Подача на Криштиану Роналду. Играл Спинацоло. Подбор за квадр. Позиционным нападением что-то придумать. Моментов мало. Но может быть сейчас что-то получится. Передача, которую прерывает Мира вперед. На Энголан. Хвалит мяч с ноги. Явно хотел на Энголан к 34-му туру итальянской серии А. Роналду с мячом на фланге. Пас Бернардески. Подача в штрафную. Стоит Икарди. Чувствую, что он может находиться в положении вне игры. Пропускает мяч на поле. Было в штрафной, когда Бернардески боролся за мяч с Икарди. И в одном другом ведущем чемпионате подобных достижений ранее не было. Но победа пока на поле не выходил. Два матча завершились. Балл счет по стечению часа матча Интер-Ювентус. Подает угловой Перешич. И в борьбе. Так что либо у Интера что-то получится, либо Ювенту. Причем удар с левой ноги. Так, а потом могло быть Матюиди. Покинет поле. А Бернардески, наверное, просто прибежал. Ожидалось. Канцело. Прострел. Роналду. Удар. Рикошет. И вот это был момент. Подача. Тар. Дальше пас в штрафную. Попытка сыграть стенку. Падает Квадрадо в борьбе с Брозовичем. Лука Банти совершенно точно ничего здесь не увидел. Но есть еще и... А не полезен. Пожалуй, в лучшем матче Венс в этом сезоне. В игре домашней... Жан пытался мяч Роналду вернуть. Он игрок важнейший. Роналду удар и гол! Вот это исполнение Криштиану Роналду! Самир Ханданович даже не дернулся. Положил так положил португальский бильярдист. Шедеврально. Шедеврально. И гол на Энголана был хороший. Мяч Криштиану Роналду, конечно, каждый оценит. Как из пращи запустил его в сетку ворот Самира Хандановича Криштиан. Еще раз смотрим. Атаки. Политано. В эти минуты кажется, что...